приветствовать вас. Меня зовут Ирина Бондаренко. Я мать двоих прекрасных детей, и на самом деле, как никто другой, знаю, как в наше время сложно зарабатывать и при этом воспитывать детей. 4 месяца назад наш штат сократили, и мне пришлось искать работу в интернете, потому что я хотела больше внимания уделять своим детям. И на тот момент подруга посоветовала мне сайт, на котором она зарабатывает уже 2 года, и при всем при этом получает выплаты минуту в минуту. Она так расхваливала этот фонд видеоблогеров, что я просто не могла не поделиться с вами и, конечно, не попробовать зарабатывать самой. Сейчас буду все записывать на видео, чтобы вы смогли сами разобраться, поэтому давайте приступим. Открываем сайт. Дальше нажимаем кнопочку «Рассчитать заработок». Здесь нет ничего сложного, просто жмем. Система просчитала мой заработок и показывает, что в моем регионе для меня доступно 29 950 рублей. Нажимаем кнопку «Заработать сейчас» и ожидаем. Вот, мы видим, пошел процесс заработка. Как я понимаю, суть этого сайта заключается в том, что он берет и подсоединяется к нашему компьютеру. Потом использует всю мощность нашего компьютера для просмотра рекламы в большом количестве. Как вы видите, это все реально работает, заработок идет, скоро я получу эти деньги. Пробовала уже 2 раза, и деньги приходят стабильно. Ожидаем завершения просмотра рекламы. Все готово. Это мой любимый момент. Деньги заработаны, и теперь нам нужно указать, куда их отправить. Я обычно пользуюсь своей банковской картой, но здесь еще можно получить деньги на электронный Киви кошелек. Ввожу номер своей карты, куда поступят заработанные деньги. Проверяем, чтобы номер карты был правильный, и нажимаем на кнопочку «Вывести средства». Все готово. Теперь ожидаем отправки. А я пока пойду поставлю чайник, скоро вернусь.
Я снова с вами. Мой баланс составляет 34 950 рублей. Это с учетом ежедневного бонуса в 5000 рублей. На самом деле у каждого по-разному, у меня были бонусы и выше. Так, теперь мы видим, что нужно оплатить комиссию фонда для того, чтобы вам отправили деньги на карту. Говорю сразу, не пугайтесь, это нормально. У меня комиссия составила немного, всего лишь 350 рублей. Оплатить ее нужно обязательно, потому что без оплаты деньги вам не отправят. На самом деле, я изначально тоже была в недоумении, думала, зачем платить, если можно взять комиссию с моего баланса. Но здесь такие правила. И пока не оплатишь, деньги, к сожалению, не переведут. Комиссия у всех разная, в зависимости от заработка и региона. Итак, нажимаем «Оплатить комиссию». Вводим свои данные и приступаем к оплате. Готово. Оплата прошла успешно, как и всегда. Теперь ожидаем поступления средств. Хотела еще сказать одну очень важную вещь. Если вы будете работать на следующий день повторно, тогда оплат никаких уже не нужно. Оплатить нужно всего лишь один раз. Я уже работаю здесь давно и ничего не оплачиваю. Это все единоразово. Сайт этого фонда потом запоминает ваш компьютер или телефон и не требует оплат. Как видите, деньги поступили на мою карту. Я даже не сомневалась. Теперь я покажу вам свой баланс в приложении интернет-банка. Вот, как видите, все стабильно работает. Я очень благодарна создателям этого сайта, благодаря вам, мои дети и я не нуждаемся ни в чем. Ну все, буду заканчивать. Спасибо за внимание, надеюсь, это видео было для вас полезным. Пойду сниму деньги с карты, мне повезло, банкомат у меня прямо рядом с домом. Всем удачи, наслаждайтесь своей жизнью, с вами была Ирина Бондаренко.